Так, там серьезный конкурент на белой машине впереди. Этот на белой подрезал и ушел в отрыв. Интересная местность очень. Еще дожди прошли, вообще огонь. Смотрите, а копейка едет за унимогом, нормально? Я на заднем приводе, блин. Копейка едет. Шок просто. А куда он едет? А что, заднюю заклинило или что? Да там грязь! Есть, там грязь! Кричит хозяин копейки. Давай покатаем. Пока не снимай. Блогеров больше, чем машин. Смотрите, что творится. Вот еще какой-то. Ну, пока едет. На, Андрюх. Я за ним поеду. Подключено, держу его. Записывай координаты. По Мишиным следам. Хорошо. Вот и все, да? По-моему, уже нет. Хотя надо пробовать играться, да. Ну, задние колеса уже. Яму вкапывают, больше и больше видно, что колеса уже в воздухе повисают.
Вот, да, поступать, говорит, начинает. Да. Давай кого-то запрашивай. Блин, нету рации. Парни там рубятся. Тут что заехал? Думал проехал. Не мог, попал. Застрял. Застрял. Получается уже этим. Да, уже видно, что мосты, да, уже. Колеса вот в воздухе уже видно, что крутятся. Ну, не в воздухе. Что, глубоко, да? Уже колеса падают. Ну, типа не мелко. Сейчас, может, Олег сюда подтянется. Андрюха, цепляй меня быстрее. Хорошо. Ноги намокают, а там кроссовки. Так я же в кроссовках. За что тебя прицеплю? Впереди там есть у меня лебедка. Да, надо заходить в итоге сама. Банда стягивается выше. Лебедка разматывается. Заехать на капот или... Батарейка садится. Мы не увидим спасения Руслана на моем канале, что ли? Чуть не проехал, блин. Руслан, за эвакуацию передаем. Передаем за эвакуацию. Вот. Вот, все. Бодя в белых кроссовках. Я не успел снять. Я вам дам переписать. Ты выйди сначала. Мальчик, отойди от машины. А потом принесите мне воды, а потом вы меня бросили. Это слышь, это я по такой сложной дороге ехал. Да. Это асфальт. Новый асфальт. Ни хрена себе. $200 даю. Как ты сюда заехал, Руслан? А как я так далеко доехал? И копейку отдам. Меняйся на копейку. Рус, меняю. $200 плюс копейка. Рус,
Так это явно хочешь здесь ключи поставить. Ключи потерял, заехал. Да. Да не, сейчас Миша выйдет. Торфяничек, жесть, конечно. Так, Бодя в белых кроссовках продолжает спасительную операцию. Жлобяра! Второй раз воды тебе пожалею. Жлобяра дважды. Давай быстрее его вытащим. Станьте, вроде это ваша копейка. Станьте, я вас фотографирую. Говорю, давай тебя быстрее вытащим, потому что ты воды наберешь. Знаешь, он говорит, ты ему опять воды запожалел. Копейку цепляй! Копейку цепляй! Цепляй копейку! Так, ну теперь он надо, чтобы он сам выехал. Тут Димон со мной попал. Кто менял полуось, тот и едет в машине. Так, проверяем полуось. Тебе. Эту продаешь за 300, добавляешь еще 200, берешь копейку и ездишь где хочешь. Давай через крышу. Как? Руслану цеплять? Да давай, Руслану, хорошо. Да я сниму этого. Просто. Пока. Так, ну. Хреново, у него воды там уже капец. Он в сапогах. Она весела здесь. Ну попа намокла чуть-чуть. Стропа, зерной! Оттяни стропу! Еще подтягивай, потому что, блин, колесо намотал. А, таки намотал. Да, интересный сюжет. Как я сюда доехал? Ты как помылись, смотри. Тут ваша поле. Да. Чуть не проехал, блин. Сейчас не проедешь. Газуй. Газу, блин, что-то я сильно закопался, да? Драйв не поможет, думаешь? Уже висит. Жопой хотя бы там в салоне. Блин, воды уже ж набрали. Снимай.
коробку будем. Охренеть вообще. Воды набрали, тяжелые стали. По-моему, Миша разошелся. Да, Миша разошелся. Сейчас бампер полетит 100%. Вдоль, Миша, вдоль. Своим ходом выехал, смотри, да? Вот это джип. Вот это джип. Блин, немного намокли. Вот это тачка. Багажник бросает ботинки. Нормально, нормально. Вот это я понял. Чуть не проехал. Багажник сухой. Вот это тачка. Он же выше просто. Все нормально. Много воды потом. Чуть-чуть. Он же выше. Что делать? Что творить? Просто.